3 года испытательного срока дало российское руководство крымской власти. Для главы российской администрации полуострова Сергея Аксенова время уже заканчивается, к нему все больше вопросов. По словам председателя общественной организации «Чистый берег Крым» Владимира Горначука, многие чиновники, оказавшиеся весной 2014-го у власти, оказались безграмотными управленцами, а кредит доверия Кремля Аксенов уже исчерпал. Есть определенный набор KPI, который используется для оценки работы губернаторов на посту. В первую очередь, это бесконфликтность с федеральными органами, правоохранительными, законодательным органом, в принципе, губернатор, например. И, соответственно, как бы выполнение тех задач, которые ставятся губернатору, это, короче, сохранение социальной и политической стабильности в регионе. Вот. Аксенов, как правильно сказали вы, сейчас выполняет функцию такого символа, который вернул в Россию в Крым. И, соответственно, у него там, конечно, карт-бланш намного больше, чем у обычного губернатора. Обычного губернатора уже давным-давно бы отправили на покой за те кунштюки, которые он вытворяет.